Хей, йоги, с вами Шимики, мы продолжаем обходить игру под названием... А, я не помню. Под названием Ender Lilies. Ой, подожди. Я использовал тебя уже? А, то есть он... Его можно включить, он будет сам атаковать. Слушай, он неплохой. Потому что с помощью него можно, так сказать, многое чудить. Так, ну этих я уже с двух ударов убиваю. Блин, нам нужно посмотреть. Бля, он сейчас себе стамину восстановит. Ладно, уже не восстановит. Так, рычаг и побежали. Так, здесь нужно было на крышу мне залезть. Так, плюс хпшка. Ух ты, шема. Блин, я бы такой, чтобы посмотреть, сколько... Так, получена первая скверная какая-то. Ой, тихо. Новая способность. Первая скверна. Мне бесит то, что от прикасания я получаю урон. То, что я так нехеровый урон получаю. Если говорить честно, то нехеровый урон это... Это еще слабо сказано.
Так, что вот это? Я так и не пойму. А, на магию восстанавливать. Только заметил. Так, у меня типа два варианта, да, как плыть? Так, три удара делает собачка. Так, давайте, наверное, сразу вниз бегаем, посмотрим, что было бы внизу. Но нужно не забывать о ХП, потому что потом я буду заново бежать, все это защищать. Это еще более-менее. Блин, вот мне нужно научиться плавать, видите, там уж, блин, всегда что-то есть. Но все равно тут развилки здоровые. Так, ладно, одну хилку, если что, мы восстановили. Ну что, цены? Какой-то алмазик. Так, новый уровень. Ага. Дневник указ. Деревенский указ 1. Указ. Огромное лесное чудовище, пусть отважный воитель прочитает это поручение. Накладывает, что в лесу рядом со скалистой деревней появился огромное чудовище, которое даже воинам короля не щадит. Тому, кто его выследит и убьет, полагается наградам. Месяц сразимся за родину. Рыцарь цитадели Хеймел. Понятненько. Так, а теперь возвращаемся так же, как мы сюда пришли. Но уже потом придем сюда с другой стороны. Тогда у меня... Хотя... вопросов нет. А, стоп, я сюда мог так пойти. Рыцарь без головы. Вау. Но раз все равно утрачешь сознание, то лучше утратить с головой. Так, рыцарь без головы. Рыцарь поднимает щит на короткое время, защищая от атак врагам. Сал рыцарем, подражая герою деревни Гельроду. Но скверна росла в нем слишком быстро. Он сбежал перед отправлением на фронт и лишился головы, получив обвинение в нападении на собрата рыцаря. Лучшее ощущение. А, ну, по факту, я получил предмет, который будет меня защищать от атак врагам. Вот знаете, вот смотришь, как она их... Хотя...
Они по факту должны уже быть мертвы. Ладно, не хочу с ними драться. Лишний урон только получил. Ну тогда будет настраивать на каждого противника призраков этих духов. Бред. Белая шириса, прошу очищения. Так, магическая цепь. Одна ячейка для реликвии. Магическая цепь связывает силы заклинателей в реликвии. Неплохо. Так, это у нас местный... Ага, не могу спуститься. Думал, это этот... колодец. Ну, блин. Не гоните. Письмо верующего. Белая церковь и подземный тренировочный лагерь в катакомбах. Вот главная опора беловерия. В тренировочном лагере на протяжении нескольких лет проходит обучение тех, кто защищали защитницами стать хочет. Чтобы силу получить и дух закалить, чтобы для защиты белый шерист необходимо. Кандидатов на обучение выбирают из верующих, а в охрану белых ржевиц только 10 лучших защитниц попадают. Короче, ясно. Так, отдыхаем. Духим. Рыцарь, подняв щит на короткое время, да, защищает мне от атак. Но это я смогу сделать, чтобы он сам атаковал по 40 с чем-то урона. А это я буду запускать. В перемешку с этой. То есть я буду сразу сбивать врагу стамину. Урон. Сколько у нас? У меня 11 уже левел. Атака 65. То есть у меня за левел дается просто урон. Так, реликвию поставим. Ну, блин, слушайте, можно, в принципе, усилить, да. Больше выстрелов. 30-ку стоит. О, этот уже сразу улучшенный. Ну, фиг его. Фиг его. А, походу везде, видите, усиление так, усиление так. А здесь еще а, быстрая перезарядка, вот оно. Ну, не знаю. Пока что пускай так будет. Дальше посмотрим. Так, пойди. А как мне вниз нужно было попасть? Подожди, это босс. А там у нас водная, да, лока была? Ага. Ну, допустим. Сейчас будет босс, и тогда мы закончим серию. Вот его дубиночка мне нужна для того, чтобы ломать эти красные блоки, походу. Ветеран Геральт. Так, сразу. Кто ж я, мой?
Угу. Это третья фаза у тебя? Ну зачем? Ух, ну да, ну да, ну да. Мы же сами будем влетать во врага. Почему бы и нет? Ну, слушайте, ну босс довольно такой. Ага. Вау. Я понял. Да, ну дай сах. Ой. Бан. Но он устильный. Чёртовы осквернённые. По делам им. По делам. Снаружи хижины доносятся голоса жителей деревни. Голоса полны страха передо мной. Вернувшись с битвы за цитадель оскверненным. Я сам решил, что стану оскверненным, чтобы защитить их всех. Хотя и бывают дни, когда я хочу очищения. Время белой жрицы источника и так тяжело. Через какое-то время снова послышались голоса. На этот раз голос ребенка. И белой жрицы источником. Та малютка сейчас стала достойной белой жрицей. Я уже разучился улыбаться, но почувствовал, что мое лицо смягчилось. Когда-нибудь я сойду с ума, и, возможно, бремя по очищению возьмет на себя эта девчушка. Не знаю, сколько еще мне удастся сохранить сознание. А это, походу... Но, покуда я себя помню, я буду щитом, оберегающим этих детей. И все телесные муки отступают. Так, ветеран Герольдом. Гельрот. Наносит один сильный удар большим молотом. Его движения медленные, но наносят далеко и могут разбрасывать врагов. Огромный Герольд когда-то был символом деревни, и его звали рыцарем
короля. Но в последние дни своей жизни герой всего старейшего всем помочь был одинок. Старавшийся всем помочь, короче, молот гиганта, во, как раз то, что нам нужно. Приземление создано ударом волны, чем дольше падение, тем сильнее волна. Особый удар ветерана Гарольда позволяет ломать хрупкие поверхности. Ну да, это о чем я как раз вам и говорил. Бесстрашный воин, до самого конца защищавший деревню. Две жрицы из воспоминаний. Ты часто приходила в эту деревню с мамой? Угу. Окей. Рисунок на стене. Мелом на стене в деревне нарисованы белые жрицы, источника и дети, играющие под лучами солнца. Деревенский указ. Запрет на выход из катакомб. Сейчас запредельно сокровенные замечены только под землей. Из-за опасности передачи скверны, вход в катакомбы запрещен. Подхватившие скверну, равно как и те, кто их укрывает, подлежит наказанию. При обнаружении оскверненного немедленно сообщите королевским воинам. Но раз все равно так утратишь сознание, то лучше и рассудка лишиться. Так, хорошо. Ага. То есть путь другой, да, должен быть? Походу, через это место? Нет. Видимо, ее укрыли вместе с деревенскими детьми. Сколько страданий ты принесла? Спиши спокойно, жрица. Желание белой жрицы. Желание белой жрицы. Усиление молитвы. Тщетное желание, оставшееся после смерти белой жрицы. Теперь, наверное, я по 80, да, буду хилить. Блин, видите, там еще есть проходы куда-то. Надо какой черта показывать, что тут еще есть куда-то место. То есть здесь еще полностью не облутано. А вот где это место, ну, кто его знает. Я за то, что оно где-то вон там наверху, но я туда, по сути, пройти не могу. Ладно. Потом разберемся, думаю, со временем. Ну что, я, в принципе, такой, чтобы сейчас пойти к сейф-зоне. И тут, понимаете, вот тоже, в принципе, территории... Желтая территория — это изученная территория. Или синяя — это изученная? А не, синяя — это изученная, все. Так, душа. Ага, наносит один сильный удар. Так, давай я, наверное, тебя сюда. Будем вас менять, так сказать. Так, реликвии. 67.
Так, сколько у меня хил теперь? 80. Ну, такое. Души древних. А здесь скверной ярости надо. А ну-ка. А, видите, при ударе я не могу уклоняться. Специфическая вещь. Допустим. Тогда давайте попробуем первое быстрое перемещение, что они мне дадут. Подожди. Сейчас мы будем вообще думать, куда нам идти, если так думать. А, нет, завершенная локация — это все. Желтая, правильно, нормально тогда. Локация сюда тогда сейчас. Развилку пойдем. И пойдем на левую сторону. Типа, время еще позволяет немножечко. А, здесь водяная локация. Воу! Нет, нормально, вот еще есть место, куда залезть. Нет, тогда, конечно, здесь лучше. Так, это мне нужно через верх, да, упасть? Надеюсь, сработает. Сработал. Так, получено падающее достижение. Так, еще одна ячейка. Плавать мы еще не умеем с вами. Но мы поняли, что вот этот мужичок оказывается херовый. А, видите, а с тем нельзя драться в воде. Так, окей. Быстрое перемещение. А почему я вниз не пошел? Там ведьминская тропа, да? Или чё? Не, ведьминская тропа вон. Короче, давайте я буду найду еще эти красные места, и мы сюда придем. Ну, я продолжу. Так, окей. Нашел еще одну часть. Немного апнул уровень. Надеюсь, оно того... О, оно того стоит, походу. Мы отняли земли древнего народа. Сражались со скверненными. Так, осколок амулета. Плюс хп. Я не знаю, зачем ее так много. Так, еще где-то что должно, я помню, быть. Еще хотя бы один, кажется, участок должен быть, или два. Так, еще один участок здесь.
Ага. Ого. Допустим. Если что, если повторно ходите в те же самые места, и еще одна цепь, то можно снова понаходить вот эти души, которые мы собираем, вот эти камешки. Оу-оу! Это мимики. Их зовут. Так, ну... давайте тогда сделаем таким образом. Я думаю, здесь стоит остановиться. Потом сюда пойдем дальше. Изучим в следующей серии. А там, куда придем, туда придем. Блин, ну тогда мне сейчас сейф-зона. Ладно. Давайте просто здесь остановлюсь, да и все. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.